capture the hearts of Portland and the ladies' gold medal. Все-таки выигрывает эти соревнования японка Канако Мураками. Она была первой в прошлом году на чемпионате мира среди юниоров, первой в финале гран-при среди юниоров. 3 недели назад в Японии она была третьей, а в Америке выиграла. Мне очень нравится, как она улыбается на этих соревнованиях. Честно говоря, для себя я впервые отметил, какой еще вдобавок серьезной она может быть, а не только вот такой зажигательно радостной, улыбающейся. Сарагина Уэлтелли.
Так что Канака Мураками может быть разной. Она еще так молода.